Всем привет, мои дорогие! 5 дней спустя я вышла на свежий воздух. Я сделала такую доскональную уборку. Была на таких практиках сегодня. Была по наполнению энергии моего дня. Такая энергия прет. Сейчас решила с мужем на полчаса выйти, потому что у меня 5 часов будет выступление нашего президента, с которым я лично знакома. Да. И он нас будет поздравлять с наступающим Новым годом. Что-то нам сообщит еще. Так что вот, мы вышли с мужем. Я говорю, пожалуйста, выведи меня, хоть выгуляй меня полчаса. И я должна подышать. И хотим еще каких-то веточек сорвать нашему попугайчику. Но не все веточки ему можно кушать. Тут в основном у нас цитрусы. Не знаю, хвою можно или нет. Как я соскучилась по моему Мерсину. Чё, козлый дым? Чё, козлый дым? Все выбежали на улицу после ненастных дней. Столько чаечек там. Красота, друзья мои. Идем мы с Ашкимом. Погуляем чуть-чуть. Время поджимает. Ой, хорошо, что я вышла. Хады, Ашким, хады. Какой же у нас красивый вид. А море какое сегодня. Морешка. Благодарю Вселенную. С понедельника начинаю прогулки. Активные прогулки, пробежки, ходьбу. Все, уже сейчас эта неделя у меня такая занятая. Подходит к концу. И начинаю новый этап. Движение. Йогу, да, я делаю каждый день. Все энергопрактики, психологи рекомендуют хоть 10 минут посвящать себе на элементарную зарядку. Мы восполняемся энергией. Энергия – это деньги. Кто еще не подписался на мой канал? Мави Ата, Мави Шата, мой подписчик. Да, ему нравится Светлана Ата. А вы стали подписчиками. Вам нравится мой канал? Да, Мави Шата. Вот такой вот, все успевает. А вот и я, Светлана. Ресторан идем. Я сегодня вечером познакомилась с Людмилой и Ульяном. Они проживают в Германии, но купили недвижимость в Мерсине. 3 года меня Людмила смотрит и очень захотела со мной встретиться и познакомиться с моим мужем и со мной здесь. А вот Людмила и Ульян. Идем загорать. Идем к нашим друзьям. Несу пирожки. Смотрите на это чудо. У нас вот так вот оно со мной вечером. Ой, Господи. Так хорошо, как... Не отходит от меня. Ну, смотрите. Не может понять, что меня так много. Хотела такое платье, не знаю, реакцию. Сегодня я с тобой кайфую. Я так накрасилась, вырядилась для карты. Мы вышли на прогулку. Ветер гоняет пакеты. Я готова посылку для детей. Ашки наши здесь. Всем доброе утро, мои дорогие друзья! Сегодня я решила приготовить себе оладушки ПП. Что сюда входит? Сюда, значит, идет стакан кефира, то есть йогурта, вот этого уже
начал портиться. Вчера мы не поели его. Еще что? Наверное, чайная ложка разрыхлителя. Турецкая чайная. Соль на глаз. Рисовая мука и нутовая. Вот я смешала. Можно и пшеничную, но я решила избежать этого. И яблоко. Два таких яблочка нарезала мелко-мелко. И сейчас поставила их, чтобы оно стояло у меня. Поднималось. Утро у меня началось с уборки балконов. Этот балкон я еще убираю, срываю все цветочки. Но, естественно, каждое утро у меня начинается с этого прекрасного создания. Я ему меняю, говорю: доброе утро, Гюнайден Мавиш. Сегодня и вечером, вчера ему приготовила. Приготовила ему вот яйцо с морковью, он вчера покушал. И поменяла салфеточку, водичку. Водичка у него лимонная, это витаминная. И вот такой вот он у меня красавчик. Ой, ну что он творит вечерами? Он просто неравнодушен, когда я сижу за компьютером. Чудо. Муж спит мой, а я вот вся в делах. Погода у нас замечательная, мои дорогие. Вы так давно не видели мои цветочки. Скоро они вас порадуют. Видите, какие они у меня. Все цветут. Все. Будет скоро красота. А вокруг погода замечательная. Друзья мои, настоящее пришло. Весна сегодня. И вчера весна, и сегодня. Вот такой декабрь у нас в Мерсине. Благодарю Вселенную, Бога и мир. Он срывает мандарины эти. Мандарины, говорит, цитрусы. Кстати, надо тоже их посрывать, они вкусные в салат. Витамины, витамины, надо побольше витаминов. Светлана не болеет гриппом, потому что она принимает прополис и много витаминов. Какой у меня бардак. Сейчас я все уберу. Тот балкон я весь убрала. Ну, видите, оно все осыпается. Так что вот еще цветет у меня все. И это тоже. Видите? Как цветет, какая красота. Ну все, мои дорогие, пошла я заниматься делом. Также я занимаюсь нейрографикой, как вы видите. Надо в этом году успеть закончить начатые дела. Почему? Потому что на незаконченные дела мы теряем энергию. Мы теряем энергию, а энергия – это деньги. Также мы свою энергию теряем, когда занимаемся сплетнями. Алкоголь, сигареты, неправильный образ жизни, неправильное питание. Мы тоже тратим на это энергию. Почему? Например, потому что когда мы выпьем, допустим, и на второй день у нас похмелье. В состоянии похмелья мы как парализованы, мы не хотим ничего делать. Мы стоим на месте, и нас это отвлекает, теряем энергию. Теряем стимул, теряем все краски к жизни. Вот такое вот дело, вот это вот похмелье. Также зависть. Нельзя никому завидовать. Нужно всегда желать всем еще лучших успехов, больших. Поэтому, мои дорогие друзья, когда вы увидите успешного человека, вы должны от всего сердца пожелать ему еще больших успехов. И тогда к вам придет энергия, и вы не будете тратить энергию на зависть, и энергия ваша пойдет вам на пользу. Еще где мы теряем энергию? Я сейчас вам буду рассказывать и показывать, да? Где мы теряем энергию? Энергию мы теряем, когда кому-то мы что-то доказываем. Поэтому я, когда мне пишут гадости, желаю этим людям успеха, но если они там не употребляют нецензурные слова, то я их просто блокирую. Никого не посылаю, ничего. Я знаю, что это не они не от хорошей жизни, не от хорошего состояния души пишут мне такие гадости. Замечают какие-то мелочи, ищут во мне изъяны, негатив, какие-то отрицательные, то морщины, то еще. Так что, мои дорогие, вы тоже не реагируйте никак на своих негативщиках. Просто пожелайте им счастья, успеха, и вам придет энергия. Где мы еще тратим свою энергию? Энергию мы тратим свою, когда не заканчиваем дела, я уже рассказала, в страхе. Вот мы боимся чего-то начать новое. Мы
вечно думаем, что там будет плохо. А вы решите, вы сделаете этот шаг, хуже от этого не будет. Это 100%, я вам говорю. Еще, мои дорогие, осуждать нельзя. Нельзя заниматься сплетнями. Сплетни – это очень плохое. Плохое состояние и плохой факт. Потому что мы тоже теряем энергию. Если вы вдруг присутствуете в такой компании, где кого-то осуждают, вы просто найдите причину, предлог, чтобы покинуть этих людей. Или вы также можете, если поинтересуется ваше мнение, вы должны сказать, как интересно. Как это интересно. И можете добавить, может быть, но не осуждать никого. Вот такие, мои дорогие, что вспомнила, то и говорю вам. А если вам говорят негатив, вы знаете, как отвечаете на негатив? Все, мой сад. И все. Если вдруг какая-то ситуация у вас произошла, вдруг вы что-то запланировали, и вдруг она не получилась, эта ситуация, да? Пусть будет так, как будет. Эту фразу говорите при непредвиденных ситуациях. Все, мои дорогие, что вспомнила, то вам рассказала, надеюсь, было полезно. А сейчас я буду работать. На завтрак я решила приготовить себе вот такие оладушки. Они ПП. Из яблок, из нутовой и рисовой муки, яйцо, йогурт 200 мл, может 300, разрыхлитель, соль. Вот, сейчас я помыла. Мы позавтракали. Мужу я испекла хачапури, помыла баночки. Они так быстро пачкаются, не знаю почему. И спрячу в холодильник. А здесь я приготовила листья. Хочу накрутить сарму, но пока еще начинку не делала. Я только лишь разморозила листья, мне это дала мама. Залила их кипятком, они полежали в кипятке, выпустили всю горечь. Я сейчас их промыла, и вот они стекают у меня. Ну, а потом в течение... Посмотрим, как что будет. Сегодня у меня время. Не знаю, что готовить, не знаю. Одно и то же каждый день. Эта готовка уже надоела. Как хочется в этот отель, где нас кормят. Она та еще и хозяйка. Сегодня я сделала такую генеральную уборку. Я подняла все свои, убрала ковры, выдвинула посудомоечную машинку и все почистила вокруг. Ой, какая довольная. Окно почистила, балконы почистила, друзья мои. Вот я сегодня воскресенье. Воскресенье вот такое у меня. Все у меня с доместосом. Чистила, 5 раз воду меняла. И вот, мои дорогие, естественно, я не приготовила ничего сарму. Мой муж мне решил порадовать. Принес колу, принес чупру, вот такую рыбку я сейчас в духовке запеку. 4 штуки взял, говорит, по скидке. 176 лир килограмм. И на килограмм вышло 4 штуки. Ну, по-моему, по скидке еще. Я не знаю, как он. Он сказал, что скидка. И вот, мои дорогие, сейчас мы только что выпили кофе. Выпили кофе, помыла чашечки. Что хочу вам сказать. Мы купили в этот раз вот такой кофе. Оно не годится, вообще невкусное. Мы его и в кофеварке, и потом на газу. Все равно ерунда. Так вот, сейчас я это положу в морозилку, а эту сейчас посолю и на противень духовочку. Приятного нам аппетита! Нашла чек, рыба 222,63. Наверное, 2 кило, так я понимаю. Килограмм стоит 162. 2 кило. А вот лук там, кока-колу, вот такой чек, 29. В общем, я так положила, немножко полила маслицем. Сейчас я вот так сделаю надрезы. Лучок вовнутрь положу колечками. Ну, покажу вам. Друзья мои, посмотрите, как красиво я сделала. Приготовила, еще добавила картофель. Сейчас я это закрою, а потом открою, и оно прожарится. Такая чудесная рыбка получилась, такой замечательный салат. Видите, как красиво. Кока-кола. Все вредное сегодня. Заслужила Светлана. Приятного аппетита. А муж смотрит финал Аргентина-Франция.
Доброй ночи, друзья мои. Вы знаете, кто это? Мави Шата. Посмотрите, что он творит. Я тут курс нейрографики прохожу. Куда это он ползет? Не дает мне. К камере хочет подойти. И он здесь рисую, заканчиваю уже. Вернее, закончила. Мало осталось. И вот он присоединился ко мне. Мой хулиганчик. Верно, сын?